Мы представляем научно-производственную фирму «Фриал-ИК», которая является одним из ведущих в России производителей оборудования индукционного нагрева. Мы производим установки индукционного нагрева в широком частотном диапазоне от 4 кГц до 500 кГц и мощностью от нескольких киловатт до сотен киловатт. На выставке термообработка мы участвуем в третий раз. И мы видим, как ежегодно повышаются требования к оборудованию из года в год. Эти требования растут. Мы в этот раз привезли новую нашу установку мобильную. Установка «Фриал Энерго» предназначена для работы на предприятиях энергетики и машиностроения. Ее особенностью является то, что она имеет встроенную систему водяного охлаждения и имеет нагревательную головку, достаточно компактную, легкую, которая имеет систему, позволяющую быстро и оперативно снимать и устанавливать индукторы. Значит, и удобно с ней работать. Она имеет ручку как ручной инструмент с кнопкой, которая позволяет включать-выключать нагрев. На перспективе мы планируем в ближайшее время разработку смарт-генератора нового поколения. Что это такое? Всем широко известен рентгеновский или магниторезонансный томограф. Это устройство, которое позволяет сканировать объект, который помещен в катушку томографа, и потом путем математической обработки на экран можно вывести любое сечение этого объекта. Смарт-генератор позволяет делать нечто подобное. То есть в генератор встроен мощный процессор, который обрабатывает сигналы с датчиков генератора и позволяет вывести на дисплей генератора распределение температуры по сечению нагреваемой детали. Что это дает? Ну, во-первых, это позволяет контролировать глубину закаленного слоя в случае индукционной закалки. Или в других случаях это позволяет контролировать температуру в деталях с закрытой поверхностью, куда невозможно проникнуть с помощью термодатчика, термопары, оптического пирометра или других приборов. Значит, вот эта идея была апробирована в этом году нами на международной конференции инженеров-электриков в ПАДЭ и вызвала большой интерес среди научной общественности, среди ученых, которые занимаются вопросами термообработки. Мы планируем, что первые образцы нового смарт-генератора появятся у нас в следующем году. Я хочу выразить благодарность организаторам этой выставки, потому что они достаточно четко выполнили все наши требования по выставочному стенду, что позволило нам, наряду с тем, что мы представили наши новые каталоги, получить большое количество посетителей. Я надеюсь, что отклик по этой выставке даст нам определенный коммерческий успех и подтолкнет нас на разработку нового современного оборудования для индукционного нагрева.